Ванечка. Здравствуйте. Мужчина. А? Кстати, вы мужчина. Вы что, сомневаетесь, а? Скажите. Что, прям здесь сейчас, да? Шучу, я шучу. Ой, шутите. Вы знаете, я тоже шутить люблю. Да, Светка. Ага. Вот смотрю на вас и сразу парикмахерский анекдот вспоминаю. Баба-яга. Да. Собирается на свидание. Делает себе прическу, а на голове 3 волосинки. Ну, пока она их чесала, 2 выпало. Посмотрела она себя в зеркало и говорит, а ладно, пойду с распущенными. Это вы что же на меня смотрите, про Бабу-Ягу вспоминаете? Да нет, это я так, к слову просто. Так, в кресло садимся. Ага. Парикмахерская, понимаете? Ну-ка, вот. Ага. Кресло у нас модернизированное. Ага. Последней модели. С подзатыльником. Так, туго. Туго. Так. Тоже туго. Туго, туго. Терпи ты совсем туго. А-а-а. Значит так. Ага. Опускаем голову в ванночку и отмокаем. Без моей команды не выныриваем. Ага. Ай. Ой, Свет. Как наконец детектив дочитала. Как один немой маньяк Герасимов собаку топил. Не выныривать. Ай. Ревила. Забыл, как его звали-то. Му-му. Мужчина, выныривайте. Му-му. Мужчина, вы живы? Пока не понял. Фу. Обалдеть можно. А? Так, как стричь? Ну, как? Только не надо мне говорить, как стричь. Сама знаю как, ножницами. А мне что-нибудь помолодежней. Лет на 18, а? Значит, как у дедули, да? Чё это как у дедуль-то? Он же лысый. Это у него не лысина. Это у него пробор широкий. Так, ну что ж. У вас довольно стандартная форма черепа. Волос хороший, пока. Вот просто хочет рвать и метать. Рвать и метать. Так, как у вас сзади лучшая баллонка? Лесенкой. Как лесенкой? Ну, прошу, не ходите, лестница сделана в новогодний вариант, елочка. И вот она нарядная, на праздник к нам пришла. Так, мужчина, челку какой длины, так пойдет? Короче. Так. Короче. Так, короче, челку налево, направо. На ваш вкус. На мой вкус она мешает. А-а-а. Так, мужчина, ушки оставляем? Как это? Я спрашиваю, мужчина, ушки оставляем открытыми, закрытыми? Открытыми. Ну, смотрите, это подчеркнет лопоухость. Ой, тогда не надо. Мужчина, а погоду на завтра слышали? Нет, а что такое? А завтра ожидается выпадение осадков. Волос, зубов. Как это? Шучу, я шучу. Ах, шутите, опять шутите. Мужчина, давайте вас подушу. Я что-то вопрос не понял. Душить или не душить? Вот что вопрос. Я еще жить хочу. Поздно. Мужчина, я имел в виду освежить, а не освежевать. Могу опрыскать одеколоном? Опрыскать? Опрыскиваю. А вам какой больше нравится, французский или импортный? Французский. А что же у нас есть из французского-то? А вот, пожалуйста, шипр. Ой, тогда не надо. Мужчина, орать не будем, ну, стоматолога. Вы не беспокойтесь, он не стойкий, он тройной. Недельки-то и повоняет, и все. Это из моего личного. А может, тогда чем-нибудь не таким стойким, а? Может, водой туалетной, а? Туалетной воды нету. Отключили. Так, готово. А я поняла, все мои большие корабли давно уже потонули. Остались одни байдарки.